Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Lesson 58, урок 58, exercise 2, упражнение 2. Прослушай и прочитай. Но перед этим давайте разберемся с одним правилом. Запомни, буква O может читаться по-разному. Она может иметь звук L в словах с открытым слогом. Например, Nell knows home. А также может иметь звук А в словах с закрытым слогом. Dog, not, fox. Итак, давайте прочитаем слова. Nell knows go close home. Как вы видите, все слова оканчиваются на гласную, а значит, они передают звук L. No – нет, nose переводится как нос, go – идти, close – закрывать, home – дом. На этом наше задание выполнено. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.